Всем привет! И сначала русские девушки срываются в Дубай, срываются в Египет, срываются вообще в другие страны, такие восточные, скажем. Отдыхают, тусуются, ни о чем не думают. По приезду выставляют вот такие вот видео. Знаете, вот самое обидное, что доля правды есть в этом. Женщины гуляют с арабами, вообще с любыми азиатами, вообще с любыми, с кем угодно, с любой национальностью мужчинами, а потом приезжают в Россию и выставляют, в общем-то, другим мужчинам своих детей как возможное их потомство. А иногда просто вот она такая, как сказать, ШСН. Погуглите, что это. И потом она говорит, что настоящий мужчина — это тот, кто взял женщину с ребенком. В общем, я к чему все это? Берегите себя, любите себя и уж явно не растрачивайте себя на вот таких вот бабенцей.